Да я завтра быстренько. Все, хватит. Ну, Наташка. Ты целый день будешь? Ну, часов до 3-4. Наташ, вот тебе за место Сереги. А тебя Сережа везет туда? Да. Все время тут тебя везет, сама не Он всегда меня везет. Ага. И забирает как? Ясно. Ну, когда он меня забирает, я на такси добираюсь. Ну, транспорта другого нет, тебе неудобно. Кусочек колбаски тоненький. Это угощение барнаульского. Закуска. Он положил, чтоб это, мало ли, все разберут, ему не достанется. Давайте, поберите последний кусочек. Снимать будем. Снимай с этого пол. Стол полный был, а сейчас снимай. Пустой стол. Да, давай. Правой рулькой, рулькой. Что, такси? Такси. Все? Ой, я еще не выходила на балкон. Ой, как я себя почувствовала. Смотри, пикино. Ну, да. Пикино. У меня такая была. О, t'as vu tous les enfants qui sont en Sibérie, là? Да, дети гуляют. Че, лето, школы нету. А у них там, представляешь, внуки, еще до конца июня будут школы. Да с ума сойти. Потом где-то 26 или 25 августа уже опять начинаешь в школе до конца месяца, июня. Представляешь? И потом где-то 25-го уже начинают опять школы. Полтора месяца только каникулы. Два месяца. Полтора! А ты знаешь, у вас каникулы. Вот. Маленькие каникулы, так маленькие. Надо. Меньше. Надо 9 месяцев каникулы. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Пусть стоят, нормально стоят. Ну, вот так эти. Ты большой. Вот так. Вот такая же. Вот такая. Ой. Тихо! У меня немножко было попуше стекло, побольше там. Тихо! А это может быть все стекло. Ой! Тихо! Не ругайся! Не ругайся! Ой, да. Ну, поговори с нами. Ой, какая. Ой, ну да. Чего хочешь рассказать? Чего ты хочешь рассказать? Нам хочешь? Да, давай, поговори. Ой, слайд! Никогда не здороваешься ничего. Сидишь с вами. На Эдике. Вот с вами нас так она. Да? Почему? Значит, я здоровался, она придет. Ну, да пошла ты нахрен, если вы здрасте не поможете. Да? Нужно мне твою здрасте. Как люди тебе жопой поворачиваются? Тебе здоровья желают, а ты отворачиваешься. Да, чё ты понимаешь? Да. Я говорю, ну я не буду вас тут, давай там покрывать вас, угу. Да, да. Орать, шуметь там. Да. И наоборот, вы же мои подружки, так, чтобы все по-хорошему. Вместе работаем, да. Вместе все, конечно. Поэтому вот. Не, ну я... А вот такие вот люди, вот, вот. Сколько вот в подъезде некоторые, значит, здравствуйте. Сколько лет живем? Да. И да. Вот с некоторыми вообще не здороваемся. Сначала здоровались, а потом думаю, да пошли ка вы. Да, да. Ну не хотите здоровья? Да. Не надо. Да. Капи? Конечно. Парят, а мужчины моют. Да. Хорошо. Ты работаешь? Вода есть, хорошо. Ты fais la vaisselle? Да, вода есть. Eh ben, c'est juste pour vous montrer, mes chers, hein, mes chers téléspectateurs. Tanidi, а Руси ля фам кузин или лёнки ля vaisselle? Il aime la vaisselle, oui, c'est ça. Parce qu'on croit toujours que les hommes, c'est les machos. Mais c'est pas vrai. Mon beau-frère n'est pas du tout un macho. Et pourtant, c'est un kazakh. Стоп, ты, вот сюда ставь. Татар, пардон. Сейчас ты уж пить, что ли? Нет, ouais. Вот сюда вот, на полотенце. Il faut bien mettre ici la vaisselle, hein, t'as vu? Faut écouter ce que les femmes disent, hein? Да, да, да. Hein?
Или надо его снимать еще раньше. Что, ты босс был... Ты что можешь, тебе фей кое, ты можешь кое, Микки? Я фини пастек. Ты фини пастек салей? Ну, это бон, а? Ой. Я уже так, по чуть-чуть. О, хорошо. А? Женщина, а? Не работал, а муж работал. Да? Да. Это русский, русский. Русский муж работал. Не на поле, так здесь, на кухне. А? Comme ça, je t'ai filmé.